свои мнения по поводу проведения специальной военной операции российской армии на Украине высказывают и представители общественности. К ним присоединился Игорь Сапрыкин, председатель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана. Он отметил, что они поддерживают спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Наша организация выступила с инициативой на последнем проходящем третьем пленуме областного совета ветеранов об обращении к президенту и главнокомандующему о поддержке спецоперации ввиду того, что силы националистические продолжали терзать республики Донбасса.